Народе, всем привет, с вами Дядя Никит. И сегодня у нас с вами будет уже второй выпуск рубрики «Без доната». Первый выпуск вам зашел даже очень сильно, потому что я просил 15 лайкосов, а вы понатыкали 20 лайкосов, почти 200 просмотров. При моем активе это довольно-таки хорошие цифры. Как говорили классики, у Дяди Никита даже 100 просмотров не набирается. Сегодня у нас с вами будет забирание элитной карточки 84, которая шикарно мне впишется в состав, и также прохождение каких-то новых интересных событий. Поэтому присаживайтесь поудобнее, возможно, сегодня мы с вами качнем 5-10 овров. Let's go! Начинаем мы с вами с того, что мы видим ежедневный ход и смотрим, что нам дают Вальверде 84. Практически просто изи. Потом, кстати, через 2 дня мы также заберем Венисиуса, поэтому мы забираем Вальверде. Карточка 84 рейтинг, которая, она, кстати, стоит около 700 тысяч монет на рынке, но мы пока ее не будем продавать, и мы ее сейчас поставим в состав и будем залетать уже в дальнейшее, конечно же, события интересные. Ставим автоподбор и смотрим, у нас с вами рейтинг 72. Конечно, пока что это не гениально, но пока что один овер мы с вами качнули. У нас позиция вратаря очень сильно нуждается в каком-то там изменении, поэтому мы с вами заходим в быстрый матч и продолжаем играть, потому что я проводил у себя в телеграм-канале голосование, в котором попросил вас проголосовать, в каком формате вы хотите видеть эту рубрику. В лайвовом формате, как сейчас, типа я прохожу события, ничего я не играю, не на запись, либо не на запись, я играю не на запись и показываю самые интересные моменты уже после. И вы проголосовали практически единогласно, чтобы я играл в лайвовом формате, чтобы вы видели прямо сейчас, живыми моими эмоциями, живыми какими-то реакциями и голами, все вот это вот прям, чтобы от нуля, прям вот реально, вот возможно, до сотого рейтинга, вот таким вот образом я и дошел. Поэтому говорю еще раз, готовьтесь, таких выпусков, значит, будет долго, раз вы так проголосовали, потому что невозможно за один выпуск сразу сделать себе сотый там какой-то рейтинг, потому что я не стронг FIFA, а тем не менее нам падает игрок, бывший игрок Зенита, неплохая золотая карточка, поэтому в начале золотые карточки приветствуются, потом уже это, конечно же, будет говно. Еще раз говорю, я не стринг FIFA, не Ванс Фрукта, не Дима Тепло. Я буду радоваться даже простым банальным золотым игрокам, которые на данный момент, на данную секунду, мне могут улучшить состав. Поехали. Мы с вами еще потом скоро будем играть в VS-атаку, в равную игру, в режим тренера. За это тоже мы будем получать какие-то награды. Потом, конечно же, чемпионат мира. Плюс сегодня в момент снятия этого ролика выходит ТОТИ события. Поэтому в ТОТИ также будем периодически заходить играть. Тем более, это не мой основной аккаунт, а тем не менее, пока я говорил, мы с вами уже качнули 3-й уровень и набор повышения уровня. Неплохо. Движемся дальше, забираем очередную нашу карточку золотую, поэтому состав, я думаю, после сегодняшнего выпуска у нас будет практически полностью золотой, если не весь золотой. Нужен вратарь, пожалуйста, вратарь, опять центральный защитник, опять 73, последний, так сказать, на сегодня вот это вот, не на сегодня, точнее, а просто последний в этой главе, и потом мы с вами заберем Кая Хаверца, 84 рейтинг, и пока что у нас с вами идет вектор почему-то Челси. Все, что нам на данный момент необходимо, так это периодичность, игра, матчи и забирание, конечно же, награды. Также не забывание про то, что у нас есть еще матчи, потому что многие те же мобильные фиферы просто качают себе овер, покупают карточки и абсолютно забывают про то, что у них, оказывается, еще есть режим играния матча, поэтому это мой первый матч в этой фиферии. Ну, типа, в этом, так сказать, безонатном аккаунте. Давайте попробуем соорудить что-то интересно красивое. Передача и какой красивый гол забивает моя команда. Тактический гений, Дядя Никит уже готов просто настраивать их на победу. А в целом гол, на самом-то деле, реально получился с тактической точки зрения очень красивый. Правильный, вы это увидели, потому что я выбрал эмблему Manchester United. Как по мне, это самая крутая команда в АПЛ, которая действительно может доказывать, что с нуля можно подниматься даже при отсутствии каких-то лидерских качеств у игроков. Поэтому вот, пожалуйста. Странно, опять же, то, что у нас, еще раз говорю, сейчас вектор Челси, но почему-то у меня форма, эмблема, все Manchester United. Отлично, сразу разыгрывает мяч, но нас это абсолютно никак не касается. Мы просто играем матч в свое удовольствие. Вот так вот, просто перепас, мягенький. Главное, в офсайд, чтобы мяч не попадал. Да, мы в офсайде, класс. В любом случае, я думаю, сегодня мы с вами, я не знаю, на сколько овров качнем, перед началом выпуска я сказал, то, что будет где-то 5 овров, но пока что мы один ОВР уже с вами буснули. Может быть, сейчас к этим, как оно, Кай Хаверц прибавится еще несколько овров, возможно. Вы, кстати, не рассчитывайте, что у меня так каждый выпуск будет супер сбалансированно и круто, потому что это, еще раз говорю, бля, что ты сделал, идиот, так далеко мяч отпустил, вообще придурок, ну хорошо, что отнял. Хорош, отнял мяч, давай, борись, и голевушку можно. Можно оформлять. Пулишич, вамус. Не празднуем, 3-0. Вы не рассчитываете на то, что у меня каждый выпуск будет по 15, по 10 ОВРов прибавляться? Нет, с каждым выпуском будет с каждым разом все меньше и меньше ОВР к составу, потому что будет сложнее, тяжелее, но при этом мы будем работать над сыгранностью. Спин с пятки на пятку, кстати, один из тоже самых таких действенных. Вот его многие хейтят, но мне кажется, финт, как по мне, довольно-таки тоже продуктивный и интересный. Ну-ка... Я, кстати, еще так не пробовал, но давайте попробуем. Типа такой вот розыгрыш, сразу подача. Ой-ой-ой!
Ой-ой-ой, блядь, какой гол! Какой гол, Вальверде! Дебютная баночка просто в первом же своем матче оформляет. Бля, какой гол красивый. Это просто тактически, еще раз говорю, гений. В косашечку с разворотика. Ё-моё, с головы просто от пола. Мне кажется, сейчас в моей команде просто где-то будет сейчас аплодировать какой-нибудь Йохан Кройф или Константин Иванович Бесков. Или Валерий Васильевич Лобановский. Вижу забегание. Видел это забегание еще, блин. Давайте, последнюю атаку, даст нам судья последнюю атаку? 2 минуты судья добавляет, так. Нам нужны игроки, чтобы с ними можно было разыгрывать какие-то интересные комбинации. Так, Гомеро, пушечку можно пробить. Матч завершили, и я теперь буду реально все показывать, прям абсолютно все, для того, чтобы кто-то мог, например, повторить это, или как-то там сейчас выбить. Но опять же говорю, вначале у всех практически все одинаково. Кстати, сейчас нам с этим набором, помимо Хаверца, нам еще откроется усиление навыков, звездный абонемент. Ну и, конечно же, какие-то там еще усилки. Прикольно, приятно, это все интересно. Нет, игру я пока оценить не хочу, до свидания, пожалуйста. В этой главе нам уже с вами будет доступно еще кое-что очень интересное, поэтому мы с вами продолжаем это все делать, продолжаем двигаться в этом направлении. Открытые квесты, давайте посмотрим, что вы можете получить за их выполнение. Отлично. Это все я прекрасно знаю, потому что вот в FIFA я играю, блядь, 6-й год, 17-й FIFA, поэтому я прекрасно понимаю, что такое квесты. Давайте залетим в состав и посмотрим, какой у нас ОВР с вами на сегодня. Открыт магазин, блядь, пожалуйста, дайте мне зайти в состав, я вас прошу. Бесплатный набор, так, приветственный набор. 100 тысяч монет, кстати, как с куста нам сейчас просто выпадет, поэтому это тоже очень хорошая награда. Они мне мягко намекают, что я могу задонатить на абонемент, но мне вообще, раз говорю, пока что это совершенно не интересует. Заходим в состав, смотрим, какой у нас ОВР. Начинали мы с вами сегодняшний выпуск 71 рейтинга. Качаем, кстати, Гомеро небольшие такие статки, потому что это все-таки, еще раз говорю, усиление навыков. Всегда приятно, всегда круто. Все-таки мы, еще раз говорю, прокачиваем наш основной состав к максимальному овру, который только возможно сделать без доната. Итак, 75 рейтинг. На 4 рейтинга, получается, мы с вами прибавили нашу команду. Команда выглядит уже довольно-таки интересно, симпатично, в какой-то степени даже привлекательно. Но, опять же говорю, нуждается в изменениях позиции вратаря. Просто в срочном порядке. Позиция ПБшника, потому что он стоит не по позиции. Ну и, конечно, желательно центрального полузащитника заменить. А так в целом у нас практически уже золотой-элитный состав. Тем более сейчас нам, кстати, открылась какая-то глава. Мы с вами можем забрать очередную нашу награду. Да, нам открыты какие-то еще моменты. Мы это сейчас все забираем. Тренируйте игрока до 3 уровня и завершите кампанию быстрого матча. После этого, как мы это все завершим, нам дадут элитного игрока и 3 еще золотых игроков. Вполне возможно, что где-то здесь еще будет вратарь. Так что пока что, я думаю, на сегодня можно закончить наш этот выпуск. Мы с вами сегодня прошли 2 главу мобильного мастера, забрали какие-то награды, прокачали аккаунт состав на 4 ОВРа. И теперь у нас с вами 75 рейтинг. Да, я прекрасно понимаю, что это, конечно же, плохо. Но все равно мы с вами движемся медленно, но верно и уверенно к своим каким-то целям. О, кстати, бесплатный набор. Давайте тоже вот еще под конец откроем, потому что вероятность здесь хорошая на какого-то Бля, было как раньше классно. Бля, были игроки просто на рынке за монеты. Можно было за монеты открывать вот эти вот наборы. Сейчас ты хрен за монеты откроешь, да больше скажу, даже за самоцветы. Без доната очень сложно стало как-то открывать и копить. Просто гениальный Electronic Arts, как обычно, выделяется. Все, всем пока, увидимся с вами на днях, ну и давайте уже для этой части понаставим 20 лайкосов, кстати, как называется у меня аккаунт, посмотрите.